Здравствуйте, меня зовут Андрей, я работаю в компании Alenbike. Сегодня мы поговорим о фонарях. О фонарях, которые действительно светят, которые действительно освещают вашу дорогу. И у нас они представлены, это фирма Sigma, линейка Buster. Становимся поподробнее на каждой из моделей. Sigma Buster 100. Мощность светового потока у этого фонарика 120 люмен. Этот фонарь имеет быстросъемное крепление, то есть если вы ушли в магазин, вы можете просто снять его, забрать с собой с руля, чтобы его, не дай бог, не украли. Все фонарики Sigma Buster заряжаются от USB-порта через разъем microUSB, что довольно удобно, не надо искать батарейки и так далее, просто пришли, воткнули в свой компьютер и забыли об этой проблеме. Следующая модель Sigma Buster 200. Мощность этого потока этой модели 200 люмен. Множество режимов работы от постоянно горящего, чуть послабее, еще слабее. Мигающий. Также довольно быстрый стробоскоп, но я не рекомендую его вам использовать, потому что это реально напрягает всех окружающих вас людей. В Германии, к слову, этот режим вовсе запрещен, и там нет мигающих фонариков, ни передних, ни задних. Модель Sigma Buster 600. Мощность светового потока у нее, соответственно, 600 люмен. Достаточно яркий фонарь с мощным алюминиевым радиатором спереди, потому что диод здесь реально нагревается, его нужно остужать. Фонарь также имеет несколько режимов работы. Яркий, менее яркий, еще чуть-чуть. Опять же, тот же стробоскоп и быстрый стробоскоп. Не используйте его, пожалуйста. И сейчас мы дошли к вершине в линейке фонариков Sigma. Это Sigma Buster 2000. Да, здесь 2000 люменов, и мы его называем луч смерти, потому что это действительно яркий фонарь, с которым можно ездить в кромешной тьме, в парке, в лесу, где угодно, да хоть в горах. Он имеет выносной аккумулятор, который крепится на раму. На аккумуляторе есть индикатор заряда. Заряжается все так же от USB с помощью кабеля, который идет в комплекте, и кабель идет в комплекте ко всем предыдущим фонарикам тоже. Все те же режимы работы. В комплекте с этим фонарем идет адаптер для зарядки аккумулятора, провод, удлинитель кабеля, чтобы вы могли, скажем, повесить этот фонарь на шлем. На нашем сайте есть крепление для этого фонаря на шлем. И пульт дистанционного управления для этого фонаря, чтобы вы могли его, закрепив на руле, управлять фонариком, который висит у вас на голове. Также не переживайте, если вы вдруг потеряли крепление на руле для наших фонариков. У нас на сайте они есть в наличии, всегда можно их заказать и купить. А среди прочего, Sigma выпускает еще велокомпьютеры и пульсометры, но об этом уже мы поговорим в следующих наших обзорах. Мы имеем полную линейку фонариков Sigma, от фонарей, предназначенных для движения в сумеречное время, до фонарей, в которых вы можете ехать в глубокую ночь, в лесу, в горах, да где угодно. И вы можете выбрать вариант, который подходит именно вам. Приходите к нам в наш магазин. Благодарим вас за просмотр видео. Помимо того, что вы узнали, вы еще и получите скидку 10% на все товары из видео по промокоду «Видеоблог» на кассах нашего магазина.